Узнать, что такое выборы, довелось юным ученикам из образовательного учреждения «Ватан». Здесь прошли самые настоящие выборы президента. За ходом голосования наблюдал и наш корреспондент Абдулла Алиев. Ему слово. В образовательном учреждении «Ватан» проходят самые настоящие выборы президента. Правда, ученического совета своей школы. Здесь есть все атрибуты избирательного участка. Есть места для голосования, урна. И внешнее оформление все напоминает день выборов. Все проходит как обычно. Избиратели подходят к комиссии, получают бюллетень, проходят место голосования, ставят галочку и, как обычно, ставят в урну. И дальше, после подсчета, будет выбран президент ученического совета школы. Сами же кандидаты неплохо подошли к выборам. У каждого из них есть серьезная предвыборная программа. Стоит отметить, что на этом мероприятии присутствуют и настоящие представители избиркома. У нас тут два положительных аспекта. Это для кандидатов, которые будут баллотируются, точнее, и для тех маленьких избирателей, которые сейчас, для них это первый опыт. Естественно, они это принесут в свой дом, будут рассказывать своим родителям, что они практически 100% составом проголосовали. Это будет посыл для взрослых, чтобы они последующие на серьезные референдумы тоже приходили на выборы. Вы расскажете, что все напоминает настоящий избирательный участок. Да, я сам и работал в участковой комиссии непосредственно, вот как сейчас моя должность здесь председателя участковой комиссии есть. Я сам работал в участковой комиссии. Конечно, такой фантастической явки у нас не было. Ну, у них сжатые сроки, час-два, детям в школу надо. Максимально приближено к реальным выборам. В общем, все проходит, как мы видим, на достаточно серьезном уровне. Ну а по-другому, как показывает практика, в этом учреждении не бывает. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.